Подъехав к остановке, Тайон начал свой рабочий день. Всем привет! Привет, Тайон! Доброе утро! Мы отправляемся! Откуда такая пробка? Тайо, я же опаздываю. Ты можешь поторопиться? Но это ведь все из-за пробки. О нет, что же мне делать? Что, он уже закончился? Классный сон, поменяемся? Ой, давай. Тут ничего нет. Верни мою банку. Верни мой сок. Ребята, хватит драться. Внутри действительно лучше не пить. Тайо, да? Я хочу выйти здесь. Но я не могу, тут нет остановки. Я спешу. Ну, пожалуйста, только один раз. Долго нам еще до остановки? Это уж слишком. Дюри распереживался из-за того, что пассажиры Тайо начали жаловаться. Тайо. Ну вот и все. Я наконец закончил. Тайо! Ты уже освободился, да? Мы собираемся на площадку. Давай с нами. На площадку? Конечно! Привет, Хана. Тайо, у нас тут сломался автобус. Можешь помочь с пассажирами? Что? Но я же только закончил. Пожалуйста, Тайо, пассажиры ждут. Хорошо. Спасибо. Что случилось? Ребят, езжайте без меня. После работы Тайо вернулся в гараж. Тайо, ты только с работы приехал? А мы так хорошо повеселились! Рогги! Классно! Я тоже очень хотел поехать. Но вместо этого проработал целый день. Это нечестно. Как бы мне хотелось, чтобы был второй Тайо. Чтобы он ходил на работу и делал все за меня, пока я играю. Тайо! Тайо! Привет! Ты кто? Я космический Тайо, прилетевший со звезды. Космический Тайо? Ты очень похож на меня. С этой стороны как вылитый. Даже колеса те же. Да, ты же мечтал о втором Тайо, правда ведь? Кто ты? Сначала давай выйдем из гаража. Что ж, давай. Ух ты! Так мое желание исполнилось? Да. Я возьму на себя всю работу, так что ты можешь отдохнуть. Спасибо! Замечательно! У-ху! Куда же мне пойти? Может, съездить к реке? Тайо! Почему ты проезжаешь мимо остановки? Да, ты же должен перевозить пассажиров. У меня сегодня выходной. Подождите другой автобус. Здравствуйте! Но Тайо же только что уехал туда. Это же я, Тайо. Давайте, заходите. Что происходит? И поехали! Итак, оставив всю работу фальшивому Тайо, настоящий Тайо наслаждался свободным временем. Как хорошо! Как классно! Это так здорово! Но все ли в порядке у космического Тайо? Может, мне стоит посмотреть? А фальшивый Тайо работал. Это же Тайо! Привет, Тайо! Привет!
Привет! Ты в хорошем настроении? Конечно! Работа идет отлично! Правда? У меня еще много дел! А, хорошо, пока! Он выглядел уставшим, а теперь ему лучше! В это время он должен быть здесь! Вот и приехали! О, вот он! Осторожнее при выходе! Посмотрим, как он справляется! Спасибо, Тайо. Я доехал с большим комфортом. Спасибо тебе за хорошую работу. Не за что. О, он очень мил. Тайо задумался о своих пассажирах, когда увидел, как работает фальшивый Тайо. Спасибо, Тайо. Я рада, что ты всегда работаешь, Тайо. Тайо, ты лучший. Как много добрых пассажиров. Наверное, нужно возвращаться. Космический Тайо! Привет! Что случилось? Я возвращаюсь к работе. Огромное тебе спасибо. Ты снова хочешь работать? Да, так что можешь возвращаться. Ну уж нет, я продолжу. Что? Ты же сказал, что не хочешь работать. Я стану настоящим Тайо, которое трудится, не жалея сил. Станешь настоящим мной? Да, все равно все думают, что я настоящий. Нет, мои друзья сразу же все поймут. Тайо, маленький автобус. Я тоже. Эй, Тайо. Привет, ребята. Привет. Кто ты? Я? Это же я, Тайо! Я настоящий Тайо! Я Тайо! Я... Хватит врать, обманщик! Я Тайо! Кто же из них настоящий? Я не могу сказать! Хорошо, я покажу вам, кто настоящий! А, думаю, это и есть настоящий Тайо! Я тоже так думаю! Ха-ха, видишь, я же говорил! Это все, что ты можешь? Теперь смотри сюда. А он в этом деле лучше. Думаю, он настоящий. Я настоящий Тайо. Почему вы не видите? Тайо, вспомни, о чем мы говорили на улице сегодня с утра. На улице? Ну да. Я говорил, что люблю работать. Точно? Нет, нет, это был не я. В это время я был на площадке. Что? Во время работы? Тайо никогда бы так не поступил. Просто так получилось. Так что ты точно настоящий? Да, ты права. Я настоящий Тайо. Я так испугался, когда объявился этот самозванец. Что ты говоришь? Прекрати, ты врушка. Хватит, фальшивый Тайо. Да, пожалуйста, уходи. Но... Настоящий я! Злые вы! Что мне делать? Тайо! Привет! Привет, Юрия! Что случилось, Тайо? Почему ты такой грустный? У меня очень большая проблема. Что? Тебя прогнали? Да! Никто не верит, что я настоящий! Сейчас я понимаю, насколько ценна моя работа. Тайо, давай снова с ними поговорим. Но они не верят мне. Если будешь честен, они сразу поймут, что ты настоящий. Правда? Да, я буду с тобой. Хорошо. Я даже удивился. Я знаю. Привет. Что тебе здесь снова нужно? Я же тебе сказал, не приходи, фальшивый Тайо. Нет. Ребята, подождите. Тайо хочет сказать вам что-то важное. Что? Вообще-то, все так сложилось, потому что я не хотел работать. Я положился на фальшивку, а сам ушел играть. Но теперь я снова хочу работать. Он похож на настоящего. Это точно. А, кто же настоящий? Не ведитесь. Есть другие способы. Точно. Я скажу, кто настоящий. У настоящего Тайо есть след от сока на полу.
Тай, открой дверь, пожалуйста. Хорошо. Дети вчера не поделили сок и расплескали его. О, вот оно! Это точно настоящий Тайо! Что? Получается, что ты... Кажется, мне пора уезжать. Стоять, фальшивка! Прости, Тайо. Ты расстроен нашим недоверием. Нет, ничего страшного. С этого момента я буду много трудиться. Я хочу начать работать немедленно. Тогда тебе нужно проснуться, Тайо. А? Ты не можешь работать, если спишь. О, Хана! А где фальшивый Тайо? Фальшивый Тайо? А? О чем ты? Так мне приснилось. А теперь поторопись и готовься к работе. Хорошо. Тайо понял, что наслаждается работой. Будь аккуратен сегодня, Тайо. Школьные соревнования. Ребята, на следующей неделе у нас соревнования. Для этого мы вас разделим на две равные команды. А что за соревнования? Будет 5 игр. Шинобол, гонка с препятствиями, перетягивание каната, лопни шарик и, наконец, эстафета. Здравствуйте! Какие интересные игры! А теперь проведем жеребьевку команд. Давайте! Тайо, с кем ты хочешь быть в команде? Со Спиди и Шайли. Они быстрые. Зато-то сильный. Начинаем. С кем же буду я? Только бы я был в сильной команде. Ну же, давай. Команда белых. Наша команда слабая. В любом случае победим мы. Что? Ну уж нет. Мы будем много тренироваться. Ребята, чтобы победить в соревнованиях, мы должны тренироваться. Но я совсем не спортивная. В команде синих все такие потрясающие. Поэтому и надо тренироваться. И тогда у нас все получится. Ладно. Начинаем! Валите! Вы что делаете? Надо было отбросить шину мне. Лэнни, теперь ты. Отпрыгивать нельзя. Шина такая страшная. Что ж такое? Они еще хуже, чем я думал. Тайо, мы собираемся к реке. Ты поедешь с нами? Я не могу. Мы готовимся к соревнованиям. Вы так плохо играете. Мы же все равно выиграем. Расслабься. Что? Мы поехали. Но берегитесь, я вас проучу. И команда белых стала тренироваться каждый день. Канат отпускать нельзя. Вот так, осторожненько. Ты же сбил все препятствия. Можно я лопну твой шарик? Не надо об этом спрашивать. Знаю. Давай сделаем перерыв. Ну нет, мы так синих не обыграем. Ты правда думаешь, что мы можем победить? Да, да, я в этом что-то не уверен. Как же так? Вы уже сдаетесь? Пока не попробуете, не узнаете. Но они такие потрясающие. Да. Вы даже пробовать не хотите. Нет же. Ну и ладно, ну и не надо. Тайо! Наступил следующий день. Да? Тайо? Как идут тренировки? И не спрашивай. Они даже не хотят побеждать. Так что нам не поздоровится. Да, можете даже не переживать. Ой! Что там? Извини, ты в порядке?
порядке? Ребята, а вы что тут делаете? Мы тут с самого утра тренируемся. Что? Пока не попробуешь, не узнаешь. Мы, конечно, слабые, но мы хотя бы попробуем. Ребята, давайте покажем, на что мы способны. Они столько тренируются. Может, и нам стоит попробовать? Привет! Рокки! Может, потренируем всех к соревнованиям? Хотя бы один раз надо. Да ну! Мы же их и так победим! Да! Кстати, музыка потрясающая, правда? Танцуем! Но, ребята! Может, они и правы? Здорово! Настал день соревнований. А синие так и не тренировались. Ребята, не получите травму! Делай все так, как на тренировках. Соревнование начинается. Приключения Тайо. Давай! Получай! В первой игре побеждает команда Синь. Побеждают синие. Сильная у них команда. Да, уже две игры выиграли. Нас не победить! Похоже, все ваши тренировки были напрасны. Вот хвостуны. Прости, Тайо. Мы плохие спортсмены. Нет, вы еще лучше, чем на тренировках. Точно. Давайте еще поднажмем. Давай. Мы будем стараться. Теперь перетягивание каната. Начинаем! Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Да, похоже, и тут синие выиграют. Да, у них же то-то. Я больше не могу. Ребята, держитесь. Побеждают белые. Победили! Это благодаря тебе. Не может быть! Тото, это все из-за тебя. Простите, он был такой смешной. Следующая игра — лопни шарик. Да, уж тут не проиграем. Остался один Раби. Белые проиграют. Что же делать? О, нет! Мы опять проиграем. Как же так? Раби, эти шарики — мусор. Что? Мусор? Мусор! Я должен убрать мусор! Раби, ты молодец! Ты потрясающий! Да что же это такое? Ужас! Они сравняли счет! А теперь последняя игра. Эстафета. Друзья, давайте выступим как можно лучше. Нас никому не обогнать! Сейчас определится победитель. Да. На старт, внимание! Я впереди! Шайн приедет первым! Здорово! Дани, давай! На, держи! Ты куда бросаешь? В чем дело? Они не тренировались передавать шину! Раби! Спасибо. Ух ты, белые впереди. Вот это да.
Ирача, лови! Спасибо! Тото! Дальше Рокки и Ленни. О, за кого же мне болеть? Не уйдешь! Еще чего! Спиди, молодец! Таю! Давай! Я должен победить ради своих друзей! Ха-ха! Меня не догонишь! Спиди потерял шину! Нет, мы же так проиграем! Еще немного! Ну уж нет! Спиди его догнал! Невероятная скорость! И я самая быстрая машина в мире! Я должен победить! Стой, вперед! И побеждает команда Деллы! Таю, молодец! Это только благодаря вам! Мы проиграли! Надо было тренироваться! Ребята, не расстраивайтесь. В соревнованиях главное не победа. Самое главное – общение с друзьями. Ха-ха-ха! А теперь идите и поздравьте белую команду с победой, хорошо? Да! Победитель наших соревнований – команда белая! Школьные соревнования закончены. Но они только сплотили наших друзей еще больше. Экстренный вызов! Тайо и Гани! Какое чудесное утро! А вот и школа, где занимаются наши друзья. Мы с вами познакомились со множеством машин. А теперь попробуем угадать, какие машины изображены на картинках. Ладно! Итак, эти машины работают на стройке. Есть варианты? Экскаватор! Цементовоз! А еще там бульдозер! Все верно. А какая машина едет на помощь, если что-то горит? Пожарная машина! А это что за машина? Это грузовик! Молодцы! Как видите, нас всех окружает множество разных машин. Ну а завтра мы с вами попробуем работать вместе с ними. Ух ты, как же здорово! Спиди и Шайн будут развозить грузы. Да, класс! Рогги и Лани поработают с машинами на стройке. Здорово, ура! Но это же так тяжело! Ну а Тайо и Гани, вы побудете пожарными машинами. О, вот это да! Хорошо! Какие из вас пожарные машины? Хоть огонь потушить сможете? Конечно, сможем! И сделаем это лучше всех! Если справитесь хорошо, то я дам вам значок. Ух ты! Но нужно стараться изо всех сил. Хорошо! На следующий день Тайо и Гани приехали в центр экстренной помощи. Фрэнк! Привет! Добро пожаловать! Вы готовы? Да! Мне не терпится начать! Ладно, тогда приступим к тренировке! Да! Для начала мы потренируемся готовиться к выезду. А, к выезду? О, я знаю, как это делать. Точно. Ты ведь уже пробовал себя в роли полицейской машины? Да. Если где-то пожар, нужно срочно выезжать с оборудованием, чтобы спасти людей. Понятно. Что ж, тогда Тайо будет первым. Ладно. Приготовиться к выезду? Есть, приготовиться. Подготовка к выезду. Сигнальные лампы установлены. Опоры установлены. Оборудование для тушения установлено. Установка завершена. Я готов к выезду! Класс, Тайо! Ты прям как настоящая пожарная машина! Да ладно тебе! Тайо! Отлично справился! Готов попробовать, Гани? А? Ладно. Мне тоже надо справиться, но я так нервничаю. Приготовиться к выезду? Есть, приготовиться. Мне страшно. Гани,
Нужно заехать внутрь. А, понял. А, стой! Нет, Ганни! Подготовка к выезду. Сигнальные лампы установлены. Опоры установлены. Оборудование для тушения установлено. Установка завершена. Я ничего не вижу. Ганни, ты так смешно выглядишь. Ганни, надо заезжать задом. Понял. Не волнуйся. Немножко практики, и все получится. Ладно. Теперь потренируемся в тушении. Класс! Наконец-то будем тушить пожары! В этот раз я сделаю все как надо. Тушить огонь нелегко. Для этого и нужны тренировки. Представьте, что мишени на здании – это огонь. И полейте их водой. Ладно! Готовьсь! И начали! Я промахнулся! Что? Ганни лучше меня? Ладно, поднажму. Ух ты, бочки упали. Я закончил. Я тоже. Тайо, может, взглянешь на свои мишени еще разок? Что? Зачем? Но я же все их сбил. Тебе стоит целиться точнее, как Ганни. Иначе ты не сможешь тушить пожары. Ладно. Я бы справился лучше, чем Ганни. Таю, сначала нужно прицелиться. Вот так. Ха! Думаешь, разок повезло уже лучший? Что? Я всего лишь пытался помочь. Мне не нужна твоя помощь. Лучше свою работу выполняй. Зачем ты так горячишься? Так, хватит. Нужно помогать друг другу, а не ссориться. Вы меня очень расстроили. Чтобы, когда я вернулся, тут все было чисто. Поняли? Ладно. Тайо, маленький автобус! Тайо и Ганни винят друг друга в случившемся. Строй ты себе не весь что, а сам даже к выезду подготовиться не может. Я лишь хотел помочь. Зачем же так обижаться? Ваш груз прибыл! А? Что вы здесь делаете? А? Мы приехали доставить груз. Что с вами случилось? Вам надо не пожары тушить, а на мойку ехать. Что? Ну а вы-то что? Мы уже получили значок за хорошую работу. Ух ты, надо же! Удачи, ребятки! Пока! Если так все пойдет, мне могут не дать значок. Слушай, Таю. Да? Прости, что разозлился на тебя. Да нет, я и сам сильно погорячился, Ганни. Прости. А? Ничего. Но если еще раз ошибемся, то значок уже не получим. Знаю. А, Ганни, хочешь, я помогу тебе с подготовкой к выезду? С подготовкой к выезду? Да. Если будем помогать друг другу, то оба получим значки за работу. Ладно, давай. Тогда я помогу тебе с тушением. Тайо и Ганни стали помогать друг другу с тем, что у них плохо получается. Так страшно. Тогда, Ганни, просто представь, что гараж – это обычная мойка. Это просто мойка, просто мойка. О! Класс, у тебя получилось! Попробуй еще. Та-дам! Ух ты, получилось! Давай еще раз напоследок. Хорошо. Таю, постарайся сбить все мишени. Ладно. Так. Не спеши, будь точнее. Сначала сбей одну, потом другую. Ладно. Молодец, Таю. Может, поставим еще пару мишеней? Давай.
болтают. Ты был прям как настоящая пожарная машина. О, и ты! Ты тоже здорово смотрелся. Ну что, натренировались, ребята? Да. Да, думаю, теперь мне это по плечу. Еще увидим. Что? Что происходит? Руки! У нас в центре большой пожар. Нужна помощь. Понял. Сейчас. Мы скоро прибудем. Мы тоже поедем. Да, мы тоже хотим помочь. Ладно, только будьте осторожны. Хорошо. Итак, друзья, приготовиться к выезду. Есть, приготовиться. К выезду готов. Да. Ганни, твой черед. Что? Ладно. Не бойся. Делай все, как на тренировке. Да, все будет отлично. Ладно. К выезду готов! Молодцом, Ганни! Итак, поехали! Вперед! Тайо и Ганни прибыли на место пожара вместе с Пэтом. Ребята, вам нужно поливать огонь водой изо всех сил. Рассчитываю на вас. Хорошо! Осторожно, там пожар! Сюда, сюда! Быстрее, идемте! Залезайте в скорую. Там в здании все еще есть люди. Что? Помогите! Помогите! О, нет! Огонь охватил пожарную лестницу. Что же делать? Руки! Я разберусь. О, нет! Огонь не затухает! Тайо, делай все, как на тренировке! Как же... Точно! По одному за раз! Целимся! Вот так! Молодец, Тайо! О, какой щедрый! Ух ты! Здорово! Мы потушили пожар и получили за это значки почетные пожарные. Правда? Почетные пожарные? Ну, не дурно. Я горжусь вами. Вы оба очень хорошо постарались. Спасибо. Вы правда пожар потушили? Конечно! Почетный пожарный едет на вызов! Эй! Тайо! Ой, простите, он сломался. Эй, Тайо, ты ведь это нарочно. Что? Нет. Простите. Тайо и Ганни поняли, что если помогать друг другу, можно справиться с чем угодно. Невероятное испытание для Роги. Одним прекрасным утром наши друзья-автобусы собрались у экрана телевизора. Начинается! Эти невероятные машины проходят умопомрачительные испытания. Первое испытание – составить колонну из шин. Дальше – разбить бокалы с помощью бибикания. И, наконец, финалист этой недели будет тянуть тяжелую технику. Потрясающе! Он тянет эти тяжелые машины в одиночку. Потрясающе! Это же то-то! Ух ты! Как здорово! Круто! Если считаете, что у вас особый талант, устройте себе испытание. Что ж, я приму участие. Что? Я тоже хочу попасть в телек. Вы поможете мне подготовиться? Мне нужно на работу. У меня тоже дел полно. Ну ладно, мы поехали. Удачи, Роги. Ребята! Ну вот. Лани, у меня к тебе особое предложение. Я тоже хочу поиграть с другими. Прошу. А после конкурса я сделаю все, что ты захочешь. Что? Правда? Конечно! Обещаю! Ладно, обещай, что сдержишь слово. Ну, разумеется. Готово. Спасибо, Ханна.
Но зачем тебе понадобилась камера? Чтобы снять видео для ТВ-конкурса. Лани, поехали! Скорей! Ну, мне пора. Давай, увидимся. Роги и Лани рассуждают, какое же испытание им устроить. А, что если мы поучаствуем в конкурсе на лучшее пение? Пение? Вот зажегся зеленый, путь снова открыт! Хватит, Роги! Думаю, тебе лучше не петь. Правда? Ну что тогда? Почему автобус опаздывает? Точно! Придумал! Подожди! Роги, что ты собрался сделать? Я попробую доказать, что перевезу больше всех пассажиров. Прошу, заходите. А можно? Ну, а тут же столько людей. Пустяки, можете заходить. Здорово. Мы хоть все влезем? Ты точно справишься? Все хорошо. Сними как следует, Лани. Ладно, поехали. Набитый под завязку Роги прибывает на остановку на холме. Приехали. Я смог. Привет. Сито? Что вы тут делаете? Я пытался перевезти больше всех пассажиров. Приехали. Ваша остановка. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. Пока. О, ух ты! Приехали. У меня больше пассажиров, чем у Сито. Роги, взгляни на Сито. Спасибо. У тебя наверху тоже удобно. Рад слышать. О, нет! У него были еще люди! А вот и мы! Ребята! Ну и как там ваше испытание? Мы еще в процессе его выполнения. Правда? А видок у тебя уже уставший. Уставший? С чего ты взял? Испытания еще не окончены. Лани, поехали! Надо довести дело до конца. Опять? Роги не сдается и продолжает проходить испытание с Лани. Я задую все свечи пуком. Погнали! И что это было? Не мыться целую неделю. Еще денек, испытание пройдено. Фу, какой запах! О, нет! Тайо, маленький автобус! Роги, может, достаточно уже? Ладно, поехали назад в гараж. О, нет! Роги так сильно расстроился! Роги! Вот это да! Ух ты! Да, точно! Вот и решение! Пронесло, едва в грязь не заехал. Роги! Ты сейчас такой трюк сделал! О чем ты говоришь? У меня есть одна идея! Следуй за мной! Лани привела Роги на секретную игровую площадку. Лани, а что у тебя за идея? Ну, как насчет езды на двух колесах? Что? А разве с этим можно попасть на ТВ? Конечно, и я уверена, что ты единственный, кто так может. Правда? Тогда надо попробовать. Да. Проехаться только на двух колесах. Что ж, я готов. Камера и мотор. Три, два, один. Вперед! Я! Опа! Класс! Этого точно!
Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Почти доехал. Рогги, ты не ушибся? По возвращении Хана отремонтировала Рогги. Готово. Тебе повезло, что еще сильнее не сломался. Да, спасибо, Хана. Думаю, лучше отказаться от этой идеи. Расстроенный Рогги целый день не выезжал из гаража. А вот и мы! Рогги! Давай попробуем еще раз! Угу. Не хочу! Рогги, не хочешь съездить на игровую площадку? Нет! Рогги, поехали с нами на пикник! Да отстаньте! Я никогда не видела Рогги таким расстроенным! Ну как же мы можем подбодрить Рогги? Не знаю... Готово! Спасибо, Ханна! Так Рогги и правда забросил идею с испытанием? Да, но он так хотел попасть на передачу. А? Лани! Что? Вот, посмотри! Это невероятно! А? То, что надо! Ханна, можно тебя кое-чем попросить? Что? О чем это? На следующий день автобусы приехали навестить Рогги после работы. Рогги! Поехали смотреть телевизор! Ну же, давай! Спасибо, но мне неохота. Сегодня там будут показывать кое-что классное! Именно! Пожалеешь, если пропустишь! Что-то классное? Ну и ладно, придется нам тогда одним смотреть. Ну, как знаешь. Поехали! А? Рогги! Я посмотрю, но только для того, чтобы вы отстали. Ладно! Скорее! Уже, наверное, началось! И, наконец, наш лучший участник за сегодня – это... Чего? Так вы за этим меня сюда позвали? Я поехал! Рогги, подожди! Автобус, который может парить над землей. Рогги! Рогги! Рогги, поздравляю! Что происходит? Ну, что тут сказать? Вот, посмотри! Я посмотрела видео, которое мы сняли на игровой площадке. И на нем все смотрелось так, будто ты летишь в небе. Поэтому я попросила Хану отправить видео на телеканал. Что? О чем это? Лани, спасибо. Не за что. Класс! Я попал в телек. Я тебе завидую. Теперь твоя очередь помогать. Что? В смысле? Ты же обещал, что после испытания сделаешь все, о чем я попрошу. Обещал, говоришь. Но испытание еще не закончилось. Что? В этот раз мое испытание – это убежать от Лани. Эй, так нечестно! Попробуй, догони, не подманешь! Рогги! Благодаря Лани Рогги смог попасть в телепередачу. Поздравляю, Рогги! Ганни – суперзвезда. Ганни всегда приветлив со своими пассажирами. Всем привет! Привет! Привет, Ганни! Осторожно, пожалуйста, не торопитесь. Сэр, пора выходить. Ваша остановка. Ой, спасибо, Ганни. Не то я бы опоздал. Не за что. Отправляемся. Подожди. Открой мне дверь. Не спеши. Я подожду. Спасибо. Да не за что. Наш Ганни всегда такой добрый.
Да, это точно. О! В город сегодня приезжает кинозвезда Рио. О! Приедет Рио? Здорово! Днем Рио планирует посетить городскую ратушу. Шай, смотри! Это же Рио! Вот она слава. Быстрый. Что-то мне нехорошо. Может, это из-за нового масла? Что? Что происходит? Что случилось? Двигатель заглох. Помогите мне. Что? Что же не выходит. Идет поезд. Помогите! Зашел? Нет! Я сейчас! Хватайся! Ладно. Раз, два! На переезде меня едва-едва не переехал поезд. Но в последний момент меня спас храбрый маленький автобус Ганни. Это правда? Как бы да. Поаплодируем храброму автобусу Ганни! Автобус Ганни спас жизнь суперзвезде. Рио назвал Ганни самым важным в мире автобусом. Автобус Ганни наградят орденом за храбрость. Автобус Ганни становится все популярнее. Ух ты! Ганни, ты звезда! Я горжусь, что ты мой друг! Да ну! Здорово! Рио! К нам приехал Рио! Обожаю тебя! Рио, а что ты тут делаешь? О, я получил предложение сняться в рекламе. Хочу позвать тебя тоже. Меня? Это так здорово! Поздравляем! Я хочу тебя кое с кем познакомить. Привет, меня зовут Шик. И я теперь буду твоим менеджером. О, менеджер! Да, ты же не простой автобус. Ты знаменитость, и тебе нужен менеджер. Здорово, менеджер! Ганни, суперзвезда! Ганни, я очень рада с тобой работать. Ну ладно. С этого дня у Ганни началась совсем другая жизнь. Спасибо. Спасибо, Ганни. Так, следующий. Как я устал. Привет! Привет! Ганни такой уставший? Да. Спина. Эй, вы! Поторопитесь! У Ганни много дел. Извините меня. Ганни! Давай, поехали. Ладно. Уехал.
Что? Я проспал свою остановку. Устал. Кажется, я сегодня плохо работала. Мне это не нравится. А? Рио, что ты тут делаешь? У меня к тебе предложение. Угу. Предложение? Ганни, хочешь стать кинозвездой, как я? Ух ты! Ух ты! Это же здорово! Ты стал таким популярным, что у тебя непременно это получится. А как же моя работа? Ну, с работы придется уйти. Ты же будешь путешествовать по всему миру. А жить будешь со мной в моем роскошном гараже. Что? Он больше не будет жить на станции? Ты же согласен? Пресс-конференция завтра утром, так что приготовь речь. Хана, что же мне делать? Это, конечно, чудесный шанс. Ганни, неужели ты правда уедешь с Рио? Конечно, грустно расставаться с друзьями. Но такой шанс выпадает лишь раз в жизни. Поеду-ка я подышу воздухом. Ганни! Это, конечно, такая возможность, но... Мне придется уйти с работы, уехать со станции. Привет! Привет, Ганни! Ганни, поехали на автомойку. Ладно. Что же делать? Ганни! Ты что еще не дома? Заигрался с другом. Ганни, ты меня домой не подвезешь? Я в это время уже не работаю. Точно? Мама волнуется. Ладно, но только сегодня. Ух ты, спасибо! Кстати, Ганни, ты не заболел? Нет. А почему ты спрашиваешь? Пассажиры волнуются. Ты выглядишь таким усталым. Ясно. Спасибо за заботу. Выше нос. Ганни, ты мой самый любимый автобус. Я обожаю с тобой кататься. Приехали. Ура! Огромное тебе спасибо. Да нет, это тебе спасибо. О, за что? Счастливо! На следующий день на станции началась пресс-конференция. Ну все, ты готов. Ганни, мы можем начинать? Да. Раз-раз. Начинаем пресс-конференцию. Ганни! Мой первый вопрос. Ганни, ты теперь правда собираешься стать кинозвездой? Прокомментируй, пожалуйста. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Рио за то, что дал мне такой удивительный шанс. Не за что. Но уезжать я не собираюсь. Да. Что? Ганни, ты о чем? Дамы и господа, Ганни просто оговорился. Вовсе нет. Моя настоящая мечта — быть обычным автобусом. Я очень люблю возить своих пассажиров, играть после работы с друзьями. Так что я решил, что я не буду кинозвездой. Что? Что происходит? Рио, как ты это прокомментируешь? О, нет. Дамы и господа, пресс-конференция закончена. Ганни, ты что? Это же такой уникальный шанс. Да, обычным автобусом может быть любой. Простите, но я уже принял решение. Ганни! Спасибо, что остался. Мне без тебя было бы очень-очень грустно. Я рад, что ты остался. Я всегда буду с тобой ездить. Я тоже. Надо же. Спасибо вам. Шик, поехали. Ганни здесь будет лучше. А?
Посмотри, как он счастлив. А это для меня самое главное. Ганни, мы всегда будем вместе, да? Ганни решил, что звездой он быть не хочет, потому что есть вещи, которые для него гораздо дороже. Подарок для Ханы. В ремонтной мастерской играет веселая музыка. О! Всем привет! Ух ты! Какая крутая музыка! Правда? Ты выглядишь очень счастливой! Да! Я же собираюсь поехать в отпуск! Правда? Куда ты поедешь? Та-да! Вот сюда! Ух ты! Ты едешь на пляж! Смотрите, как они выпячивают свои попы! А, они вообще-то танцуют! Под эту музыку. Вот так вот. Хана, наверное, очень рада. Хула-хула. И вот настал день отъезда Ханны. Ты готова? Да. Ух ты! Как я выгляжу? Ты очень красивая! Повеселись, Ханна! Спасибо, ребята. Мне пора ехать. Ханна! У нас проблема. Что случилось? Руки, что с тобой? В городе ужасная авария. Нам нужна твоя помощь. Многим машинам нужен ремонт. Что? Но Ханна собралась поехать в отпуск. Правда? Ну вот. Ладно, я справлюсь. Руки, Пэт, поехали. Хорошо. Ну а что будет с поездкой? Машинам нужна помощь. Увидимся. Ханна решила отложить поездку и помочь машинам, пострадавшим в аварии. Ханна, наверное, так расстроилась. Она так была рада этой поездке. Да. Мы можем что-то сделать, чтобы ей стало лучше? О, я придумал! Что ты придумал? Мы украсим гараж так, как на картинке. Какой картинке? На которую смотрела Ханна. О, вон та! Ага, тогда и будет казаться, что она в отпуске! Ты права! Таю, это отличная идея! Спасибо! Маленькие автобусы рассматривают картинку. Так, что же нам нужно? Сначала нам нужно нарисовать пляж. И еще нам нужен домик на колесах. И венок. Здорово, если бы были танцы. Роги, поехали со мной за домиком и венком. Хорошо. Тогда мы с Ганни будем украшать гараж. Отлично. Где нам найти домик на колесах? Не переживай, я знаю, откуда начать. Откуда же? Что это? Это же свалка! Ну и что? Здесь есть буквально все. Куда ты едешь? Таю, Таю, как тебе? Что это? Смотри, разве это не похоже на то, что было на картинке? Я так не думаю. Нет? Погоди-ка секунду. Роги! Как тебе это, Что? А что насчет этого, Я не думаю, что мы что-нибудь найдем. Нет? По-моему, здесь все классное. Роги, посмотри! Ого, это же круто! Будет еще лучше, если мы его почистим. Видишь, я же говорил, здесь есть все. Ты прав. Пока Ланни и Ганни были в городе, они думали, как украсить гараж. Как же нам нарисовать пляж? Так-так. Ух ты, как красиво! Точно, да! Это нарисовал Энди. То, что надо! В смысле, Ланни? Ганни,
Давай попросим Энди нарисовать нам пляж. Ух ты, отличная идея. Вы хотите, чтобы я нарисовал пляж? Да, мы хотим превратить гараж в пляж. Пляж, значит? Хорошо. Спасибо, Энди. Пожалуйста, обращайтесь в любое время. Тайо, маленький автобус. Как вам? Ух ты! Это так здорово! Теперь я начну рисовать песок. А где моя краска? Вот здесь? Лани! Краска! О, нет! Без нее я не смогу нарисовать песок. Правда? О, у меня есть идея! Какая? А? Да! Я сейчас вернусь! Гани! Так, Роги, мы достали домик. И теперь нам как-то нужно сделать венок. Где нам достать цветы? Юрий! Роги! Тайо! Что вы здесь делаете? Дьюри, мы хотим подарить Хани венок. И мы не знаем, где найти цветы для него. Я знаю, где найти цветы. Ого! Правда? Ух ты! Вот здесь много красивых цветов. Да! Я принесу их для вас, подождите. Да, хорошо. Этот тоже красивый. Вперед, Дьюри! Дьюри, что ты делаешь? Я просто... Куда делся Ганни? Я не знаю. Ты же не думаешь, что он и вправду поехал на пляж? Что? Набрать песка. Я думаю, он поехал на пляж. Не может быть. О, Лани, смотри. Что? Лани! Ого! Что вы здесь делаете? Мы слышали, вы готовите для Ханны подарок и приехали помочь. Правда? Ганни, это здорово! Вот так. Хорошо. Хорошо. Как будто я правда на пляже. Да, так здорово. Спасибо вам. Да не за что. Хане очень это понравится. Да, конечно. А что случилось с Тайо и Роги, которые поехали за цветами? Нельзя просто так рвать цветы. Простите. Ты же делаешь им больно. Извините. Дьюри совсем не виноват. Он прав. Дьюри пытался нам помочь. На самом деле, Ханна собиралась сегодня в отпуск. Тайо и Роги рассказали учительнице о Хане. Ясно. Но все равно просто так рвать цветы нельзя. Хорошо. Но не расстраивайтесь. А? Есть другой выход. Правда? Давайте сделаем бумажные цветы. Бумажные цветы? Да, будет очень красиво. Здорово! Да! А мы поможем. Вот! Ух ты! Как красиво! Всем спасибо! И спасибо вам, мэм! Ух ты! Хана очень обрадуется подарку от маленьких автобусов. Давайте сделаем один для учительницы. Да, давай. Я думаю, нам пора ехать. Хорошо, пока. Все готово. Вам очень понравится. Да? А еще мы достали классный домик на колесах. И красивый венок тоже. Но, ребята, нам же нужна еще музыка. Точно! Не волнуйтесь, я уже и ее достал. Отлично, тогда мы готовы. Точно! Вечером Ханна вернулась в мастерскую. Ой, я испачкала свое платье. Я так хотела поехать.
Но у меня не было выбора. Ханна! А? Ты закончила? Да. Тогда поехали со мной. Куда? Давай. Ну, ладно. Так, вот и мы. Ладно. О? Та-дам! Смотри! Ух ты! Ребята! И? Вот! А? А теперь садись в кресло! Да, и надень этот венок! Венок? Как красиво! Ух ты, у вас получается! Пора и отдохнуть! Благодаря маленьким автобусам Ханна наслаждается отпуском в гараже.